Городской конкурс «Светофорчик» завершен. Проводился он среди детских дошкольных учреждений. Маленьким воспитанникам рассказывали о правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД считают, что основы безопасного поведения в городе малыши должны знать не хуже взрослых. Дети, начиная с самых ранних групп, даже с ясельных групп, с ними начинают работать по правилам дорожного движения. Во-первых, это обучают их цвету, то есть распознавать сигналы светофора, что можно делать, что нельзя. И уже к старшей группе дети знают основные правила дорожного движения и уже могут ходить самостоятельно в школу. Жюри в первую очередь оценивало, как детские сады организовали сам процесс изучения правил дорожного движения. Воспитатели занимались и с малышами, и с родителями. Подход к подаче материалам только творческий, иначе ребенок мало что запомнит. Применяли и компьютерные технологии. Для современного малыша этот метод самый увлекательный. Конечно, ребенок все в игре воспринимает лучше. Наш детский сад занимается созданием и использованием электронных образовательных ресурсов. Вот мы на этом как бы акцентируемся. Мы вводим в работу компьютер, компьютерные презентации. Мы их создаем сами, мы их показываем детям. Мы даем детям поиграть вот с этими анимашками на экране компьютера. Детям это нравится, они очень хорошо усваивают материал вот в таком виде. Наиболее эффективной в итоге была признана работа Центра развития ребенка детского сада номер 149. Там даже оборудовали специальную комнату безопасности. Другие дошкольные учреждения также получили грамоты и подарки. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.